Здравствуйте, дорогие друзья и просто зрители нашего канала. Мы не поверите, куда сегодня приехали. Ребят, мы приехали на Тонкий мыс, и мы хотим показать дом, где снимался фильм «Бой». О, Лёха! Здорово, пацаны! Здорово! Здорово, Лёх! Как дела? Чем занимаетесь? Да нормально. Мы с Пыликом, он с Рустамом. Проворотные тачки гоняем из Новороссийска. Макс повар в картошку с сыром. А ты чё, Лёх? Как откинулся? Пока приглядываюсь. Моя вещь, мать. Я думаю, что вы его все смотрели. Он снимался в Геленджике. И мы нашли этот дом. Точнее, спасибо дорогому подписчику, который написал комментарий о том, что он здесь есть. Я почему-то раньше даже не думала о том, чтобы снимать. Я знала, что он снимался здесь, но не думала отыскать дом. И я в данный момент просто стою и смотрю на него, и мне это очень легко удалось, если честно. Да ведь? Ты знал, что именно здесь Сережа снимался фильм «Горько»? Конечно, мы с ним проезжали. И что? Мы видели, как его снимали. Так это не его снимали, да, «Горько» вышло в каком году еще? Да. Рядом с хижиной рыбака. Я не знаю, сможем ли мы пройти на территорию, потому что это частная в любом случае территория, она охраняется. Я думаю, что мы сможем всего лишь подойти с берега и снять с берега, и все. Это максимум, скорее всего. Но мне бы очень хотелось, если честно, зайти на территорию и посмотреть, а вообще в идеале вообще посмотреть. Вон там, я смотрю, ходят люди около этого дома, так что я думаю, что шансы наши все-таки посмотреть его очень минимальные внутри. Да, я уж видела, что там ходят люди. И тут сетка, смотрите, как здорово. У меня просто нету слов. То есть у тебя есть дом, и у тебя свое море. Просто кусок своего пляжа и своего моря. Круто, да, Сережа? Ну, конечно, море не такое уж чистое здесь, но все же оно есть, и можно купаться. Как классно, смотрите. Да, вот этот дом точно. Там даже нарисовано что-то. Блин, как мне пройти чуть ниже? Меня увидели чуть-чуть, я снимаю море. Я снимаю море. Я снимаю море. И на меня не смотрят. Вот прям здесь снимали фильм «Горько». Вот причал, вот берег моря и дом, где были эти интересные моменты из фильма. Ссоры, интриги, расследования и все прочее. Да, вот эта красота как раз-таки. Ну, я, знаете, скажу честно, что я рада, что я его отыскала и сняла, хоть и не получилось снять его очень близко, но зато я его вижу своими глазами, не через камеру, и мне это очень-очень нравится. Я, конечно, сейчас попробую еще обойти его с другой стороны, но там везде забор, насколько я знаю, высокий, поэтому там вариантов тоже хоть с краешку как-то подглядеть немного, но мы все-таки попробуем. Вот он у нас, это дом, парижская коммуна, Тонкий мыс, причал номер 79. Смотрите, как здорово. Вообще, вот оно, это место, и вот беседка, не знаю, не видно вам, наверное, вот она, эта беседка, ну, больше, увы, я никак не могу показать, потому что там люди, как бы, некрасиво снимать, да, и вот, слушайте, здорово вообще, какая классная, если честно, тема, его практически не видно. Я думаю, немногие знают этот дом, потому что, ну, как бы все вот у нас местные, они знают, где снимается это все, а подробности не знают. Вот. А мы теперь знаем. Айва растет. Айва.
В общем, ребят, если вам было интересно или вам есть что дополнить на эту тему, то пишите, пожалуйста, в комментарии. Мне будет очень интересно послушать, прочитать, точнее, что вы думаете, что вы скажете. И вообще, я смотрела фильм «Горько». О! Вова, ты знаешь, что вот этот дом, где фильм «Горько» снимали? Я смотрел фильм «Горько», но это было давно, и я не в курсе вообще, что... Вот он, дом этот, вот. Мы так-то его приехали снимать. Давай я вам довезу. Куда? Да вот, сейчас Сережа приедет. А Настя, она не показала вам дубинов там на том... А я пойду сейчас туда. Я в прямой трансляции. Смотрите. Мне все равно видео позже выйдет. Мне реально жарко, ребят. Покажи вот прям, насколько жарко в середине осени. Капец, люди, я вообще вспотела. Люди купаются и жарко, я зря делаю. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до свидания.